Надежда, у меня очень небольшая проблема, урезь и кобелям, пробуем, следуем всем рекомендациям, сделали химическую кастрацию, пробуем сокращать дистанцию, не помогает ничего. А вы меня занимаетесь на курсе собаконструкции по применению? Ну, мне даже если занимаетесь, ну, действительно, конечно, бывают такие ситуации, когда требуется личное присутствие тренера рядом с вами и что-то посмотреть и подправить. Химическая кастрация еще не сработала, то есть собаки, гормоны придут в норму чуть-чуть позднее, но это тоже и не поможет. Вот, работайте с Look at Z, сокращайте дистанцию. Но если вы у меня занимаетесь на курсе, если у вас курс с поддержкой, то присылайте видео, будем смотреть вместе, потому что мне так тоже сложно сказать. Есть, конечно, сложные проблемы, особенно они сложные за счет того, что поведение уже закрепилось. То есть, наверное, вашей собаке не 4 месяца, да, соответственно, там 2 года или сколько-то месяцев она тренировала это поведение. Вот, надо вместе смотреть.